Доброго дня, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. И сегодня вы смотрите очередной выпуск нашей рубрики «Библиотека боевых искусств». И у меня в руках на самом деле очень уникальное издание, выпущенное совсем-совсем небольшим тиражом, но настолько оно емко и интересное, что, я думаю, будет интересно многим, кто увлекается боевыми искусствами, и в частности цигун, тайцзицуань и такими направлениями китайскими, ну и вообще, кто изучает боевые искусства. Хочу немного сказать несколько слов, во-первых, об авторе, и потом прочитаю, как бы скажу, название этой книги. Автор этой книги Владимир Сидоров. Это мой давний знакомый, который буквально недавно мне презентовал вот такую книгу для моей библиотеки, и я с радостью хочу сделать небольшой анонс этой книги. Этот человек, который много лет уже в боевых искусствах, и даже не то, что много лет в боевых искусствах, а это его жизнь, это его путь, это его мечта, это его действие. И эта книга – плод его многолетних размышлений на тему, как вообще стоит заниматься боевыми искусствами, в частности, цигун, тайцзицуань, как идти по этому пути. Книга небольшая по своему объему, но она написана в очень интересном формате. Но сейчас название. Очень название такое завораживающее. «Как превращаться в дракона». Что-то есть такое волшебное, да, в этом названии. И на самом деле эта книга, по сути, она волшебная. «Как превращаться в дракона». Владимир Сидоров. И я хочу ознакомить вас с краткой аннотацией, которая здесь есть в этой книге, для того, чтобы вы имели небольшое представление. Итак, данный курс лекций посвящен внутренней работе, которую проводит с нами учитель Шифу Пань Хоу Чэнь с 2006 года. В данной книге была сделана попытка собрать и систематизировать все представления о практике Хунь-Юань и о том, как можно организовать все процессы в школе. Прежде всего, эта книга адресована тем, кто только начинает заниматься практикой, а также тем, кто хочет полностью принять нашу школу, то есть инструкторам. Как вы видите из краткого описания к этой книге, она не совсем как бы учебник, может быть, и не совсем такая рассказ. Это лекции. И вот такая особенность, что в этой книге она так и написана, когда ее читаешь, складывается ощущение, что ты как бы в этом процессе, как будто бы ты оказываешься внутри книги. И это очень помогает понять, о чем автор хочет донести своим читателям, какую основную идею или мысль. Книга разделена на... имеет 6 глав. Ну, вначале, конечно, есть вступление, заключение и 6 глав. Я прочитаю вам главы, чтобы вам было тоже понятно, о чем здесь говорится. Итак, глава 1. Дыхание и внимание. Глава 2. Волшебные точки. Нейгун. Глава 3. Искусство шагов. Глава 4. Приложение силы. Глава 5. Парная работа. Глава 6. Структура школы. Вот такие главы. Хочу сразу сказать, что в этой книге нету ни одного рисунка. Эта книга не показывает техники выполнения каких-то приемов.
не учит, как в какую стойку становиться, левую, правую. Здесь не указаны описания техник и так далее. Здесь идет разговор между учителями и учителем, некая дискуссия, где идет взаимодействие и задаются вопросы, находятся ответы на эти вопросы. То есть идет поиск, идет путь. Хочу сразу сказать, что я, когда получал в дар вот эту книгу замечательную «Как превращаться в дракона» от Владимира Сидорова, я решил сделать также видеоинтервью и с ним, чтобы он, как автор, рассказал об этой книге более подробно. И в описании к моему видео будут ссылки, и в этом видео, да, будут ссылки на мое с ним интервью, где мы разговариваем, общаемся, и он душевно рассказывает и открыто рассказывает о создании этой книги, о некоторых секретах или не секретах. И достаточно интересный получился у нас диалог, поэтому смотрите также мое видеоинтервью или мои беседы с Владимиром Сидоровым, они так и называются в описании: Владимир Сидоров, книга «Как превращаться в дракона». Очень рекомендую. Также будет в моем видео ссылка на ресурс Владимира Сидорова, и вы там сможете задать ему, может быть, вопросы и выйти на контакт с ним, и кому эта книга заинтересует, приобрести эту книгу. Она вышла буквально в конце 2019 года небольшим тиражом, поэтому, думаю, эта книга займет почетное место в библиотеке каждого, кто изучает боевые искусства. Поэтому я рекомендую книгу Владимира Сидорова «Как превращаться в дракона».